Всем привет, ребят! Приехали мы сегодня на Волгу. Приехали вдвоем с юным рыбаком. Сейчас собираемся и выдвигаемся. Это правый берег Волги. ХПП место называется. Температура сегодня -20, -21. Но надеюсь, не замерзнем. В общем, смотрим, что у нас из этого получится сегодня. Погнали за огромными судаками. Как настроение? Готов поймать трофей? Что, не едешь-то? Я и варежки не теряю. Что, попа не скользит-то? Да. А да, вот так прямо выйдем. Не доходя них, никого не было. Найдем своих судаков. Вон тут что-то набурено. А может отсюда начнем пробовать? Может прямо отсюда начнем пробовать? А что, смотри здесь как набурено. Это может тут глубина поменьше. Давай. Давай, что нам лезть туда? Давай здесь и начнем. Здесь кто-то пробовал, мы попробуем. Старый лун. И дальше будем смотреть по глубине. Смещаться вправо-влево. Блин, хоть 20 градусов, но это, да? Ну это нормально. Не холодно вообще. Снежок идет такой. Легкий. Легкий снежок, тепло. Все. О, хорошая глубина. Сколько? 10 метров с половиной. Нифига себе. Нормально, как раз. Такого. А мы точно вот столько отошли от берега? Может, мы больше отошли? 10 с половиной метров. Покажи. 10. Покажи. Офигеть! Чего? А чё мы так мало от берега дошли, а тут уже 10 метров? Нормально. Сам то. О, пошёл, растишь. Сейчас бабахнет. Пошёл. Есть! Ого, на первый же лунке сразу поклёв. Да, что-то есть, но небольшое. Ого, или нормально. Не, небольшой судак. Вон, смотри. Вон, читави, сразу же на первой лунке. Смотри, его кто-то покусал. Писец. Да, смотри, покусанный. Вот тебе первый есть. Давай, друг, зови нам папку-мамку. Видишь, хорошо остановились, видишь, ко всем не пошли. Чё, зачем? Ну зачем мне его отпустить? Ну маленький растишь, штрафной ты чё. Посмотри, у меня сейчас будто бы удар был. Да? Да, очень маленький. Подсекай сразу, не спи. Два подъема. Ну давай. Не хочет собака. Два подъема, Растиш. Слышишь? Растиш. Два подъема был сразу прям. И не взял. Пробыли мы на реке до 2 часов дня. В этот день сработала примета.
Поймал с первой лунки, с первого заброса. Больше рыбы не жди. Ну, как-то так. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.